Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geju Gaming. Продолжаем, а может и завершаем сегодня прохождение Batman Arkham Asylum. Нас приглашают. Погоди, я же в прошлый раз прокачался. Двойной батаранг. Давай, дай, кудай. Ебать, ты умалишенный, конечно. Опа! Оп! Стау! Так. Топай в тюремный блок. Понятно, тюремный блок у нас прямо. Прямо, прямо мы и пойдем. Все, с плющом, кстати, разобрались. Видите, все, все чисто стало. Ни одного больше растения нет. Видимо, Джокер все-таки закончил наконец-то свои приготовления. И мы отправляемся прямиком в его ловушку, конечно же. Но по-другому мы не можем, потому что... А хрен ли? Погоди, столько зубиков пропускаю. Пау! Пау! Все? А это... Пау! Отлично. Хорошо, хотя бы в них целиться не надо. Бэтмен сам справляется. Сюда? Сюда. Тюремный блок. Окей, с этого мы и начали. А? Подозрительно. Привет, пацаны. Чё, драться не будем? Братан. Если тебя нет в списке, не пущу. Братан. Так, посмотрим. А, то есть... Нет, не то. Б. Б, бич. А! Бич! Это ты бич нахрен. Чё, я... Похоже, ты у нас почетный гость. Слушай, сейчас вырублю тебя, если не пропустишь. Поприветствуйте его как следует. Спасибо, ребят, спасибо. Ебать, это так приятно. Мне даже не хочется вас вырубать особо. А, все? Вот один удар, и вы уже не рады меня видеть. Лучше бы ты оставил у себя хотя бы... Бля. Это я зря сделал, наверное, да? Пацаны не хотели ничего плохого. Я думал, у тебя прическа такая, у тебя шапочка прикольная, да? Ай! Промахнулся немножко с уворотом. Бэу! Не успел. Бэу! Погоди, я этого даже не успел вырубить. А! Да, Бэтмен не убивает. Бэтмен оставляет калеками всех. О, какое оформление. Ты посмотри на это. Поехали. Мне кажется, это... Я даже медленно пройдусь ради такого. Ха! Че, вы ёбываетесь на меня? Ха! Ха! Ладно, я понял. Слушайте, я надеюсь, что тут надо будет хоть чуть-чуть побегать, а то если сейчас будет... Чё, от первого лица? Здрасте. Ебать, от первого лица. Серьезно? Один, два, пусто. Три, четыре, пусто. Все пусто. О! Это кульминация вечера. О, ну да. Только не говори, что не ждал этого. Ой, как ждал. Я-то точно ждал. Я тоже, ладно, ладно. Сюрприз! О, настоящий! Часто слышал, что мне надо работать на телевидении. Такого пропустить нельзя, это будет просто взрыв. Ты нормальный? 8, а я ничего сделать не могу. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, что я отошел чуть-чуть. Не думаю, что меня бы это в принципе задело. Но ебать, перестаньте. Уау! Кошмар какой. Перестань жужжать, пожалуйста. Звенеть. Погоди, это что будет? Просто босс-файт и все? Не может быть. Не может быть такого. Почему же ты не остановил Бэтмена? Так я и делал всю игру. План, так, и больших ты тоже сам завалишь или как? Иди назад, чревовещателю.
Ой, это охранники. Тебе обязательно нужно все испортить, да? В смысле? Избить бича, скормить пугало кроку, поколотить Харли, что, кстати, мое хобби. И испортить мои чудесные ядовитые растения. Все. Допустим. Кончено? Мой дорогой темный рыцарь, ты бредишь. Это только начало. На самом деле, да, это всего лишь первая часть из трех, так что это действительно только начало. Кстати, они столько врагов напихали в один, в одну игру, это... Опа! Хорошо. Ты уебался? Второй бежит сюда же. А! Нет, задел все-таки меня, смотри-ка. Тихо, тихо, ты... Бля, это очень плохо. Это очень плохо прям. Двойной батаранг. Тихо, да ебать, я забыл отпрыгнуть. Забыл отпрыгнуть, ну с кем не бывает. На, сука, на. Ну я таким образом его, к сожалению, из строя не выведу. Тихо, ты с ноги какой ты мразь, а. Опа. Хорошо. Погоди, у того до сих пор башка болит или что случилось? Как его? Так, мгновенное. Бау, залезай. Хорошо, вот теперь погнали. Наверное, я больше хочу отпиздошить большого. А, но его не отпиздошить, слушай. Может, мы справимся с первого раза? Было бы вообще прям замечательно. Ой! Не приходи в себя, не приходи, да ебать! Бля, ну их бесконечное количество, просто. Вот мелкие появляются бесконечно. Так, это собрался кидать. Адя! Блять. О, а что с этим-то стало? Ну-ка, пизди большого. Ай-яй-яй-яй-яй. Блять, очень плохо. Очень плохо. Я не выиграю в этот раз. Ай-я. Ой, это затянется. Салют павшему врагу. Это затянется. Блин, но два больших. Это переборчик чуть-чуть. Чуть-чуть переборчик. Бля, Джокер, ты мог бы чуть-чуть и поскромнее, знаешь ли. Кидай! Опа! Хорошо. Так, добивай быстренько, быстренько. А никого не добью. Печаль. Тихо! Блять, подошел и просто поебал удал. Да ебать, ну... Хорошо. Этого тоже пизди. Блять. Пацаны. Так, большой. Не, ну большие напрягают. Нет! Нормально. Я даже не глядя. Вау. Окей. Бля, большого бы отхреначить. Тихо, да ебать. На самом деле, мелкие меня больше напрягают, чем большие. Нет! Да еб... Ну, руку-то сломал. Да еб... Не, да не, это все. Это еще хуже, чем первый раз. Залезь, залезь! Хорошо. Но вряд ли я все равно выиграю, честно говоря. Так, хренач, хренач второго большого. Я сейчас с одного на другого просто перелезу. Че, не перелезу? О! На-на! А ты думал? Они шлепают друг друга. Мелких бы тоже побить чутка. Батаранг! Батаранг! Да сука, куда ты, батаранг? Ты ж... Пиздец. Да ёб твою налево. Ну да, мы тут задержимся. Не было никаких шансов. 20 minutes later. Так, ура, ура, хорошо, погоди, хорошая попытка. Наконец-то хорошая попытка. Погоди, я же не вы... Блять, я сказать не успел, я же не вывел всех мелких из строя. Нет, вот, пожалуйста, все мелкие на месте. Овер дохуя мелких.
Так, ты не пинай меня, алё. Я тебя напну. По-хорошему раскидывай мелких, и если что... Блять, больших тоже. Так, быстренько кого-нибудь выруби, блять! Ну у меня же была, ну... Пиздец, короче. Не, ну их слишком много. Прям обосраться как много. Бежит. Хорошо, так, этого надо добить. Хорошо. В смысле ты еще живой? Ты нормальный? Так, тихо, 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 добей. Фу, 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 хорошо, это минус один. Это минус один, осталось... Опа, осталась кучка маленьких и один большой. Кучка маленьких и один большой. Опа. Так, мгновенное, сука, не работает, потому что оно нихуя не мгновенное. Ну все, 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 второго тоже вырубили, второго вырубили. Вау. На колени, сука. Хорошо, хорошо. Ну, хоть с пятой попытки у меня все получилось. Все, пацаны, вас осталось всего двое, вы понимаете? А? Отлично. Погоди, мне даже мелких не надо было добивать. Твой старый друг, комиссар, как его? Блять, нос чешется. Давай-ка его подбодрим. Нет! Бэ-бэ! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня же противоядие есть, нет? Или я все использовал на плюща? Боришься с изменениями? Так нечестно! Нечестно. На, сука! Хочешь сыграть в бейсбол, Бэт? А? Твоя подача! Пёрышко. Ты портишь мне вечер! Месяцы планирования псу под хвост! Я просто хотел, чтобы ты хоть раз снял эту мрачную маску и увидел мир таким, каким его вижу я. Долбанный наркоман. Я истекаю кровью и хихикаю. Но ты этого мне не дал. Теперь мне просто незачем жить. Вот это будет сейчас прикольно. Давайте станцуем танго! Погоди, а разве... Что это? Позволяет поражать батарангом сразу три цели. Использовать такой прием повторно можно спустя лишь некоторое время. Улучшает батаранг комбо. Давай три. Окей, три так три. А как ты превратился? Почему нам не показали? Ты завис? Брат. Не, погоди, это явно не так. Я, это, конечно... Может, ему и проходит урон, но это же неинтересно. Так нечестно. Вот, вот. Или? Что-то сломалось. Что случилось? Скоро улицы Готэма захлестнет невиданное безумие. Но сперва обрати свой взор в небо и узри смерть твоего темного рыцаря. Мы кружим вокруг башни уже. Подождите, вон там. Джокер делает ход. Ага. Вот это другое дело, ладно. Или что происходит? Ага. Два урода дерутся не на жизнь, а на смерть. Слушай, ну он хотя бы в сознании остался. Сохранил себе модные шортики и... Может даже говорить. И только сегодня поприветствуем нашего приглашенного рефери. Рефери не в духе. Ну давай, сделай что-нибудь, выйди
себя! Только так ты сможешь... Пойдешь на заставку, уродец. Ты ведь этого хочешь? Никогда. Много хороших ракурсов есть. Много хороших ракурсов уродца, поэтому сейчас займемся им. Ну все, давай, харе. Так, вот теперь ты уже в порядке, да? Теперь ты в порядке, я надеюсь, да? А! Воу, 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 ты гонишь, что ли? На, сука. А что мне с ним делать? Погоди, может надо... Так, он съебался. Нету даже его хпшек. Много парней? За... Бля, по хлебальнику пропустил. Ну, мистер рефери, как вам этот раунд? Это что такое? Ну, давай, говори. Что это было? Так, ладно, ну с обычными пацанами-то я справлюсь. Наверное. Как долго, блядь, мгновенное... Я вообще-то сделал! Что-то сюда идет. Что это за хуйня? Что за хуйня? Она взорвется, нет? Видимо, да. У Джокера, чтобы не взорвалось... Ладно. Пацанам-то особо похуй на эту хуйню. Мне кажется, я Джокера вообще не могу, честно говоря. Ты чё, не повалил-то? А, что происходит? О, это что, вертолёт Джека Райдера? Так, ну-ка, блядь, не косплей Resident Evil. Оставь вертолет в покое. Желаю вам приятного вечера. Он станет для вас последним. Слышь, ты спустишься, нет? Хара танцевать. Что вообще с ним делать? Его за меня, мальчики. Кажется, я выиграла. Погоди, мне надо было что-то сделать, да, в этот момент? Так. Бэу! Да, блядь. Так, погоди, давай сначала. Чё-то мне не нравится, чё-то мне кажется, хуйня какая-то произошла. Да-да-да, это мы уже видели, а Джокера надо просто... От Джокера надо просто уворачиваться. Так, погоди, что? Взрыв Сидегель детонирует автоматически при приближении врага. Хуйня. Сенсор точно мне нахрен не нужен. Ну, батаранг пусть будет. Настроен на частоту ошейников безопасности, что привлекает находящихся поблизости заключенных. Позволяет заманить врага в ловушку. Вау. Хорошая хуйня, но я о ней узнал только в конце игры, так что она мне уже нахуй не нужна. Слышь, уродец. Не, ну он силен, конечно. Он сильнее, чем все его марионетки. Устал, блядь. Ну, бывает, ничего. Проходите, парни, я его для вас подготовил. Блин, ну как классно все-таки, что озвучка русская. Хорошо. Ну, мистер рефери, как вам этот раунд? Что? Ну, давай, говори. Да, блядь, во время ко... Да вы заебали, я нажимаю контратаку, нажимаю! Почему-то еще и счетчик сбрасывается в этот момент. Да нет, ну! О! Окей, ладно, я так согласен. Чуть-чуть, пока мне снесло всего лишь. Давай быстро, пока друг не подбежал. Да, сука! Не, вот добивание, конечно, прям очень неудобная хуйня. Пау! Ах ты, сука ты такая, а? О, минус рука. На, блядь, повеселись. Так, мне что-то в этот момент надо сделать, да? Погоди, а что? А что, где? Как только бой будет окончен, я отправлюсь в поход на Готэм. Так, погоди, а что? А что, где? Весело, правда? Чё-то я не пойму.
Не пойму, в чем хуйня. По-моему, другого мнения быть не может. Я круче всех. Ты что скажешь, комиссар? Как скажешь, братан. Ну что-то я не понимаю. Чуваков мне надо гасить, не надо гасить. Ау. Не, ну чуваков мне объективно надо гасить. Точнее, надо ли мне что-нибудь делать, когда Бэтмен стоит и выёбывается. Ой, когда Джокер стоит и выёбывается. Ты как, блядь, упреждающий ты сделал? Бэткоготь. А, ну, вот и как я должен был до этого догадаться. Хорошо, и что? Он застрял. А. Хорошо. А, вот как его босс-файт проходит. Сегментированно. Ну, откуда же мне было догадаться, что нужно использовать бэткоготь? Я, кстати, похилился чуть-чуть. Давай, давай, я понял. Ну, бля, вот, честно говоря, что-что, а вот босс-файты достаточно... слабенькие, что ли? В том же 2009 году... Блядь. Пиздец, что происходит? Оружие! Камон! Пиздец, ты гонишь? Да ну, пиздец. Да ну нахуй. Нажатые суки. Хорошо, минус один с ножами. Ну как долго? Это мгновенное вообще-то убийство должно быть. Ну, мгновенный инфаркт. Инфаркт жепы. Хорошо. Может, он в электричество попадет и все будет нормально? Хуй там. Оба, оба, оба. Слишком... Да иди ты нахуй, ебать, вот ты... Давай, давай, хуярь, хуярь. Фух. Давай, 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 давай. Что я говорил? Да, то есть в 2009 году вышел и Batman Arkham Asylum, и Spider-Man Shattered Dimensions. И вот в Spider-Man'е босс-файты... гораздо круче. Вот сам геймплей такой же. Ходишь и бьешь всех по мордам. Но вот босс-файты были уникальные. Что песочник, что кувалда, что, блядь, карнаж. Каждый босс-файт был уникальный. Тут вроде как тоже уникальный, но настолько это не босс-файт, а... Не, хрен пойми, что... Мальчики. Окей. Хорошо, кого-нибудь вырубай. Так, их просто дохрена в этот раз. Хорошо. Да ты сорвал мне, сука! Блядь! Да почему этого? Надо было словить-то вот с этого, блядь. Да какого хрена? Все, я труп. Сука такая, а? Пиздец. Готэм, я уничтожу. О, он тут тоже крутой. Рыцаря, но не грусти. Следующим будешь ты. Ногти подстриги, блядь, лошара. Блядь, все сначала в натуре. Пиздец. Давайте. Eventually. Фу, ладно, ладно, все, последняя стадия. Последняя стадия, у меня почти фулл хп. Почти фулл хп. Почти фулл хп. Прям децла не хватает. Хорошо, хорошо. Давай уходи, твои удары, блядь, абсолютно бесполезные, братан. Да, конечно, вернешься, я тебя спущу нахуй с небес на землю. Заходите, мальчики, развлекайтесь, он вам... А чё, взрывать надо? Пау! Окей. Опа! Ну давай, говори! Так, это раз.
Да почему он не схватил-то? Пиздец, конечно, когда рядом никого нету, он просто не хочет. Эй, осторожно. Оп. Йоу, ты чё? Тихо, да... Почему я через тебя не перепрыгнул, а? Да тихо! Ты охренел, что ли? Кто-то еще стреляет? Ебанись. О, отлично, именно кого надо. Наконец-то. А, их таких двое. Да тихо, ну... Заебете. Вот этого. Фу. Отлично. Сейчас я дам тебе материал для утренней сводки. Так, ну-ка, стой. Все, победная. Иди сюда. Сука, все, ты огребаешь, мразь. Ты огребаешь, иди сюда. А? А, все. Это все? Я все выдержу. Что бы ты ни придумал, Бэт. Ебать ты панк, конечно. На этот раз взрывным гелем. Готов для нового раунда? А то. Что? Тебе никогда не победить. О, вот это охуенный кадр для заставки, бля, просто, просто, бля. Ну, видимо, это все, видимо, это конец. Отлично. Не, крутая игруха, крутая. Со мной все хорошо, Барбара. Барбара. Наконец взяла ситуацию в лечебнице под контроль. Барбара. Врачи заботятся о раненых, но похоже, это займет какое-то время. Все злодеи вернулись в камеру. Блять, Бэтмен никого не убивает. Заключенные приходят в себя. Ага, вы всех вылечили. Для некоторых обратный процесс будет очень болезненным. Оу. Папа, а как ты? Я. Да я нихуя не делал всю игру. Жаль твою машину. Подвезти тебя? Спасибо, Джим. Доберусь. У меня летательная хренотня есть. Ты это заслужил. Второй национальный банк ограблен Харви Дентом. Береги себя, Джим. Харви Дент. Харви Дент, скорее всего, появится во второй части. Как я и говорил ранее, я Asylum проходил, а вот Arkham City я не проходил. Поэтому, ну, мы пока сделаем небольшой перерывчик. Нас ждет новое прохождение с новым супергероем. С новым старым, скажем так. Вот, но Arkham City мы обязательно до него дойдем. Что ж, игрушка классная. Я очень рад, что спустя много лет я к ней вернулся. Это было прикольно. Особенно на харде, это прям новый экспириенс. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Спасибо, что досмотрели ролик, а может и всю серию Бэтмена до конца. Плейлист с Бэтменом в описании под видео, там же остальные игры. Если ролик вам понравился, ставьте комментарии, пишите лайки, подписывайтесь обязательно на канал. И увидимся совсем скоро в новом видео и в новом прохождении. Пока. Нет, стойте, не пока. Тут еще что-то есть. А, Крок. Нет, не Крок. А, Титан. А Крок? Пугало. Ну, это явно задел, конечно. Поздравляем, вы открыли бронированный бэткостюм для использования в режиме испытания. Ну, честно говоря, испытания меня не очень, наверное, интересуют, да? Бэтмен, броня. Что это? Испытание недоступно. А, зона взрыва, береги голову, не мой рыцарь. Короче, испытания меня не интересуют. Я хотел пройти сюжетку, я хотел пройти игру от начала и до конца, именно сюжетную часть. Я это сделал, вот такой вот, такая вот статистика под конец. Статистика, 61%. Ну, мне достаточно на самом деле. Так что все, вот теперь, друзья, до скорых новых встреч в новом видео и в новом прохождении. Пока.